Честно говоря, не ожидал, что мой ролик про прогулки с женщинами вызовет такую бурную реакцию. Несколько комментариев мне пришлось даже удалить, а их авторов заблокировать, потому что с ними случилась натуральная истерика. Думаю, они отреагировали так болезненно, потому что в душе понимают, что бабы их используют. Просто сами себе не хотят в этом признаваться. А когда я сказал об этом вслух, они выдали защитно-агрессивную реакцию. Человек нередко так себя ведет, когда кто-то другой догадывается о том, за что ему самому стыдно. Некоторые комментаторы попытались корректно аргументировать, почему же все-таки с женщиной гулять нужно. И одним из аргументов было то, что прогулки – это полезно. Да кто же спорит? Конечно, полезно. Только я думаю, что люди, которые такое написали, сами никогда не занимались спортом. Потому что иначе бы они знали, что если два человека с разным уровнем физической подготовки идут с одинаковой скоростью, то кто-то из них под другого подстраивается.